Свежий асфальт во дворе для сотен сарапульских семей – отличная новость. Старшая дома номер 87 на улице Азина рассказывает, еще в апреле здесь раскладывали деревянные мостки, чтобы не утонуть в луже. В мае пришли подрядчики, и теперь во дворе парковка, дорога и тротуар. Пешеходную дорожку мы сдвинули, вот расширили проезжую часть. Пешеходную дорожку расширили, она у нас была метр, сейчас полтора. Деревья у нас огромные были, ну 7 штук, больше 30 лет. Тоже убрали, сейчас будем сажать какие-нибудь низкорослые, ну с ограниченным ростом, чтобы удобно было и жителям первых этажей. Стоимость работ – 1 600 000 рублей. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» собственники заплатили только 240 тысяч рублей. Остальное – бюджет федеральный, республиканский и муниципальный. В Удмуртии этим летом благоустроят 154 двора. В Сарапуле работы начали уже в 9. Будет благоустроено 11 дворов на сумму 16 миллионов рублей. Это асфальтирование. И в ряде дворов на 1 000 000 рублей будут поставлены малые архитектурные формы. То есть детский инвентарь, лавочки, урны. Жильцы по специальным памяткам контролируют работу подрядчиков. А кооперация с соседним домом позволила увеличить парковку и отремонтировать въезд. Теперь ровная дворовая дорога сильно контрастирует с межквартальной. Улица Озерная разбита. Однако техника пока на другом участке. Проезд западный нужно сделать раньше, чтобы избежать коллапса, пока еще одна главная артерия города – Гончаровский мост – на реконструкции. Те улицы, которые у нас сегодня перегружены трафиком, это, например, улица Азина и улица Лесной проспект, они будут делаться после того, как откроется мост, откроется путепровод. Его мы планируем открыть 20 июня. Пока ремонтировали мост, нагрузку приняли старые городские дороги и зимы не выдержали. Поэтому на них республика выделила дополнительно более 30 миллионов рублей. В городе восстановят 4 километра дорог и 7 тротуаров. В этом году на ремонт улично-дорожной сети муниципалитетов региональный бюджет направил 800 миллионов рублей. Марина Баль, Денис Федро. Новости.